Reserve time. Invictus Gaming's turn to pick. Здравствуйте, дорогие друзья. Лекс, ты на связи? Да, привет. О, привет. Ну что ж, приступим. Да. Ну что ж, засучив рукава, давай с тобой обсуждать пикабаны. Что видишь, что тебя радует, а что, может, огорчает? VG Gaming's turn to pick. Invictus Gaming's turn to pick. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Reserve time. Ну да, честно, соглашусь в большинстве моментов с тобой, но все-таки хотелось бы поверить хотя бы в VG Gaming, что ребята, ну, может быть, будут исправляться по мере плей-офф, хотя, казалось бы, уже поздно, но время еще есть какие-то, может быть, козыри показать, какие у них, может, остались. Ну и давай, наверное, теперь переходить к драфту. Я думаю, уже можно, да. Слардарти, Раптор, Феникс от AG, VG Gaming берут себе Спирита, Тайдхантера и Аппарата. Ну, разумеется, это для RTK Tidehunter, как же без него? Уже я видел баны Draw Ranger против VG Gaming. Я, к сожалению, не знаю, почему против них банят Траксу. Почему в Китае так популярен бан Наги? Все сегодня китайские игры, почти все. Нага, First Ban. Почему? Я не знаю, потому что, ну, в регионе Европа, в регионе Америка, в регионе Юго-Восточной Азии Нагу банят крайне редко, а тут прям как-то ее боятся. Ну, видимо, китайцы на ней умеют играть в доту. Боятся наверняка сплитпуша вместе с ней, такого, знаешь, не слишком приятного, когда под слипом ты заходишь, что-то пушишь с другой стороны. Вот на Юго-Восточной Азии она появляется, ну, крайне редко, а вот в других регионах я ее почти не видел. Да, соглашусь с тобой полностью. Ну, появляется Свен против Джиггернаута, как ни крути, но Свен сильнее Джиггернаута, просто потому что имеется Warcry, у Джиггернаута большая часть дэмэджа это физ, и Омни Слэш, и его удары с руки, но с другой стороны у IG хотя бы имеется Слардар. То есть хоть как-то Warcry можно будет убирать. Чуть-чуть. Ну а помимо всего прочего, Свен, ну, в определенной сборке очень неплохо справляется с Фениксом и с Яйцом. Да. Так что пока пик, ну если уж смотреть, мы уже видим его большую часть, то VG Gaming пока смотрится весьма интересно. Большая часть героев, естественно, она масс-файт обеспечивает. И контраинициация в виде Тайдхантера неплохая, если уж Лардар будет врываться. За ним как-то герои должны быстро фуловиться, но Джиггернаут пока добежит, пока что-то сделает, пока не все так смотрится идеально в Invictus Gaming. В контактном бою их реально могут порвать на куски. Я бы сказал, что и у IG, и у VG Gaming сильный тимфайт пока получается. Тут VG очень много и Ravage, и Суперновые, и Статик Штормы. То есть я уже вижу вырыв какого-то Слардара. Там крашек, Супернова ставится. Но вот Ласт Пики — это самое веселое, потому что это герой на позицию мид.
И опять же, Vici Gaming играли через Storm Spirit. Я думаю, что больше опыт повторять не стоит. Потому что Storm Spirit тоже, он в Китае пикается. Сегодня было 4 игры и только одна победа. Опять же, китайцы почему-то берут каких-то героев в моду, сами не знаю почему. Но вот видишь аппарат, который появляется только когда там много подхила. Там какой-то алхимик, вич-доктор, некрофос. Берется чисто в контру, прям стопроцентно. Да-да-да. Просто его ждали, как раз на опережение решили сыграть. Не думаю. Думаю, просто они берут, потому что это очень сильный карри в лейте. То есть ты покупаешь Мамидас, и в лейте аганимный аппарат вместе с Тайдхантером он разрывает. Ну и плюс ко всему, конечно, все-таки подхил Джиггернаут, он присутствует. Он минимальный, но он есть. С одной стороны, да. Ну и какой-то, может, там Санрей. Ну, по минимуму, вообще пока по минимуму. Угу. В бане Тинкер, что считаешь насчет этого героя? Мог бы он здесь появиться и вообще усилить тем самым сплит-пуш потенциал? С одной стороны, Magic Damage появляется много, которого как раз-таки некоторые герои команды Vici Gaming бы опасались. Ну, Тинкер в Китае популярен, опять же, его пикают часто. Тинкер хорош на дефе, Тинкер, по сути, твою игру затягивает на минут 15-20. Притом это Тинкер аганимный, лазер, а лазер для Свена — это беда. Ну и плюс ко всему, видишь, они хотели взять Та себе, а Тинкер-то контрит. Просто лазер, ты даешь миссы, Та по тебе не попадает. Темпларку я сегодня не видел. Но герой также крутой. Появляется минус армор, наконец-таки, у Vici Gaming, который был так необходим. И, в принципе, герои у Vici, что Темпларка, что Свен, что Дайтхантер, их не так просто убить. А, я сегодня видел Темпларку на Юго-Восточной Азии, но все-таки сравнивать регионы здесь... И как она там пошла? Ну как, знаешь, вот этот сноубол Темпларка, которая очень быстро набирает обороты и разваливает, но в конце много что идет не так. Угу. Ну, классическая схема, когда команда макро-игре ошибается крайне часто, и одна Темпларка вывести не может. Ну и сейчас будем представлять команды. Да, я только в доту перезайду, потому что у меня Китай, ты знаешь, регион замечательный, просто иногда выкидывает. Да, знаешь, мне тоже это не помешает. Если ты сегодня Китай комментировал, то поверь, там бывают времена такие. Ну да, да. Ну, Perfect World сервера, в принципе, вполне знакомы. Но надеемся, что сегодня все будет намного лучше. Ну и надеюсь, игра будет интересная. Last Pick Batrider. Batrider очень хорош против Темпларки. На самом деле, Batrider может Темпларку вообще загнобить в край. Напалмы. Рефракшн тебя особо не спасет, потому что ты начнешь фарифлайм палить. Сенсация, да? Стардар, Батрайдер, все герои фуловятся, имеют довольно много станов, контроля, что, по сути, если применить ключевым персонажам соперника, очень сильный вообще файт получается. Да, ну и давай, наверное, начнем с представления команд. Начну с команды Vici Gaming. А, ты можешь представить две, потому что меня еще не запустили. А, ну хорошо, давай. Роти Кейна, Тайдхантер, Сайлор, Свен, CTY, Темплар Ассасин, Вачуай, Распирит, Бёрник на Эншита Паришине. Ну и команда IG. Феррари на Батрайдере, QD на Джиггернауте, Ронг, Дизраптор, Бабака на Фениксе и XXC на Слардаре. Команда Invictus Gaming уже пошла в смоках. Но смоки сейчас используются часто на первой минуте, дабы просто поставить варды. А не для какой-то цели там загангать. Хотя, возможно, здесь и будет выход на руну, учитывая, что пока тут два героя на топе и три героя команды Invictus Gaming также на топе. Посмотрим. Да, мне, как обычно, она не сразу реконнектится. Да, ничего страшного. Ничего. Тут пока, благо, ничего не происходит, и все очень спокойно. Ну, не знаю, по драфту сложно определить фаворита, честно. Ну, честно говоря, от такого вот пика, который сразу бросался бы в глаза, тут определенно нет. Да, герои всех сильные. Что в Reddit, что в Dire. Мне нравится, что Роти Кей играет на Tidehunter, потому что Роти Кей на героях, не Тайдхантерах, любит позакидывать. А вот на Тайдхантере он покупает себе талон, 4 танга и уходит просто в леса. То есть он даже на линии, скорее всего, появляться не будет, учитывая, что линия Джиггернаут, Дизраптор и Феникс, но она убивает просто в салат любого фланера там, кого бы ты ни поставил. Ну, может быть, Войд. Вот Войд бы жил, но Тайдхантер навряд ли. Поэтому Ротикей застопит крипов на центре и пойдет фармить леса, на линию появляться ему... Конечно, можно, но крайне опасно. Нет, на самом деле, сейчас очень часто сразу отправляется в леса с появлением Iron Talon, это и Beastmaster, и множество различных других милишных героев, которые просто не способны выжить в хардлине. И знаешь, их все равно это устраивает. Некоторые просто берут, знаешь, ошибаются, идут сразу, и получается так, что они очень много времени теряют, не получая ни, при этом ни денег, ни экспы. Ну вот он Ротикей, да, идет на маленький спаун, тут приятные крипы. Ну, в общем, будут фармить, все, Ротикей понятно. Сейчас такая мета, где мейн-керри фармят всегда. То есть тут селлер будет на полном фрифарме, сомневаться не стоит, потому что XXC понимает, что линия тут такая... Что делать тут нечего, я вообще не знаю, чего он пришел. Пойдет на оффлейн спаун, тут, конечно, пофармит, но на линии Распирит плюс аппарат плюс Свен, там какой-то челлендж залетит, залетит Распирит, замедлит своим рбофеном и пиши пропало. Поэтому дофармить себе топорик и тоже... Точнее, Айрон Талон и уходить в леса.
Так. Ну все, я вернулся. Замечательно. Ну и вот она там парассасин. Два крипа, опять же, стаки на палм 50 от Феррари. Будет очень сетевая и трудно, надо будет постоянно отходить. И из себя стаки на палма сбрасывать. Иначе будут какие-то выходы. Плюс один по типу Феникса, Санрей, который также идеально работает против рефракшена. Так что сетеваю пока не позавидуют. Тут его гнобить будут знатно. Слушай, по всем фронтам хотят уничтожить. Если мне... Я вижу, что еще и Вартему заблочили, в смысле Эншентов, а еще в своих лесах сидит Ротикей. Ему ни сюда, ни туда, а в миде полный ужас какой-то. Да, кстати, очень круто, что заблочили, именно поставили опс, потому что некоторые команды не блочат, просто на это забивают. А тут, да, понимаешь, что Тампор Ассасин один из немногих героев, который может быстро пойти, зафармить Эншенты. Ну, понятное дело, это есть Свен, но вот та, это, наверное, единственный мидер, который может быстренько все подфармить. Ну, кстати, это реально работа саппортов исключительно. Они задают такой вот интересный план на игру в начале по драфту соперника. Ну, очевидно, что это реально огромный плюс, и темпларка в миде. И Стива это тоже ведь один из его реально сигнатурных героев, насколько я помню. Ну, я не буду врать, я, к сожалению, не помню. Я за Китаем следил крайне мало в последнее время, по объективным причинам. Там то Европа, то Америка была. А вот Китай как-то не задевал. Но учитывая, что был великий решафл после Шанхая, когда китайские команды практически все поменялись. Вичи Гейминг, мы помним, к Маниле они играли опен квалификации, закрытых они там провалились. Ну, в общем, опять же, Вичи Гейминг свои проблемы. Вачваем покатился на руну. Но руну ворвать не получается, по итоге Балтера да нет. Феррари побежал, стаки на палмов 50, и мне кажется, это ФБ. Балтера еще нет очень долго. Хотя Шоквейв, и Фениксу больно. Ну, конечно, можно молиться на Шуквейв, но... Слушай, да. Боже мой. Да. Притом даже без Шуквейва просто крип каким-то чудом давил. Там не было Шуквейва. И Тайтнатер одновременно там умер на стаках. Но это ничего важного, потому что Ферстблада нет, и счет 0-0. Ну, Рутики нарочно, я думаю, погиб. Закупил себе ботинок, потому что на лоу хп все-таки вот там. По первым левелам трудно фармить в лесах. Ну, пока... Знаешь, я думаю, в стадии лейнинга мы можем привести потом, будем таки подвести итоги, понять, что к чему, но в миде, я думаю, что будет все довольно прискорбно. Ну, мы с тобой уже не раз об этом сказали. Фрифарм от Джаггернаута и точно такой же фрифарм у Вичи Гейминг на боте у Свена. Да, тут я уже сразу сказал, что QD и Сайлор будут фармить. Вопрос, кто сильнее, ну и по моему мнению, да и по мнению многих, как ни крути, но Свен сильнее. Свен имеет сплэш, Свен имеет варкрай, Свен имеет способности, которые, по сути, увеличит выносливость. У Джаггернаута скиллы не такие крутые, а учитывая, что имеется аппарат у команды Radiant, то, по сути, Хелен Вард можно удалить, потому что он не всегда будет работать в файте. Об этом не стоит забывать. Тайтхантер даже очень вовремя на линию пришел, получив там довольно много экспы. А так делается постоянно, то есть берут в лесу там левел 4, левел 5, ты приходишь уже более-менее запакованный, у тебя есть там пассивочка, либо харсмеш, и после этого тебя убить труднее. Все, ротикеи тут уже не убивают. Да и саппорты смещаются, тот же самый Феникс на центре уже остепенился, давно здесь стоит. Правда, только левел 2. Ну, начало относительно получается пассивное. 0-0, ну, опять же, в Китае сегодня так целый день. Просто пассивное начало, где особо-то и нет никакого экшена. Хотя, вообще, по пикам скажешь, ну, взять эти пики в любой другой регион, скажешь, что до 10 минуты там друг друга уже поубивают. Уж стратегии так свои весьма интересным образом оставляют, что, мол, критическая масса у героев несколько выше, чем обычно. Ну, сейчас модно играть 4 плюс 1, то есть 4 героя создают шумиху у команды, например, у Чи Гейминг это там Темпларка, Спирит, Аппарат, Тайтхантер. А Свен фармит все это время, фармит. А Сайлор любит пофармить и фармить умеет. В этом мы не сомневаемся. У Invictus Gaming ситуация может быть такая же, то есть все могут фармить, кроме... Точнее, все могут убивать, кроме Джаггернаута. Ну, хотя Джаггернаут поактивнее кэрри, нежели Свен. Все же наличие он не слэша, дает о себе знать. Ну и тут выход на центр, Watchwaim плюс Бёрнинг, в смоках имеется второй Cold Feed. И попытаются выйти, возможно, в леса, там все-таки Феррари, было бы круто очень его наказать, не помешать фармить стаки. Да, кстати, этот момент прочитали. Они плюс-минус понимают. Так, Смоук спал, должны понимать, что вот он, Феррари летает. Ну а как его наказать, не ясно. Он опять же летает. И сюда смещается, смотри, и Ронг, и QD. Поэтому возможен файт. Омни слэш имеется, это важный плюс. Ну, должны думать, уходить надо, а вопрос, как это сделать. Ох, какой неудачный раллинг болдер. Омни слэш, Ферстблад. Это не конец. Бёрнинг получает глимский на техфилд. Бёрнинг также минус. Вот такое вот начало. Неприятное. Вроде пришли проконтролить момент с фармом, а сами-то обожглись.
хотя бы вижен какой-то заранее бы обеспечить на подобный мув, или во время этого бы смока поставили бы на будущее, потому что до конца не было понятно, как вообще им было бы убивать батрайдера. Ладно, зайти в спину, потому что ты заходишь, знаешь, что тебе мидер твой поможет, но два саппорта разобрать бы никак не смогли. Да, ну опять же, эти два фрага не критичны. Остается фармить. С одной стороны, не критичны, с другой стороны, надо понимать, что если у саппортов нет такой четкого плана на early game, это довольно печально, когда вот они такие поступки вот совершают. Надо вот аппарату бы дать линию, чтобы он пофармил. То есть, я думаю, сейчас купит себе садер какой-то армлет и может уйти в леса там, например, потому что аппарату бы взять левел 6, как можно скорее было бы круто. С левел 6 можно убивать любого на карте. Там через фрыв темпларки, через булыжник, спирита и так далее. Любой такой кор-герой, который способен идти в лес, этому, может быть, не сильно будет рад, но поймет, что его саппорт станет намного сильнее. Хотя за это время могли бы еще постакать лес. Тогда бы точно почву подготовили. Ну, вот сетевая уходит в леса, фармить здесь. Три приятных стака. Феникса дает получить на центре опыт, левел 6 взять, все правильно, ну и тем временем Феррари опять же фармит леса, у него 1500. Нынче модно не брать себе лассо там вплоть до левел 8, а есть такие ребята, которые берут себе и барабаны, берут себе и линзу, тот же самый Мун, пример, который, ну просто левел 11, у него лассо нет. Такое было, правда? Спорить с ним бесполезно, он все-таки мажор выиграл, он знал лучше, но там казалось, что он будто мискликал. Но стало это модно. Теперь Firefly максят, напал максят, только потом появляется лассо. Но как думаешь, с чем связано столько буферных артефактов? С тем, что все-таки early game как-то затягивается теперь? Хотя в Европе так не скажешь. Там а Китай просто... всегда такое. То есть тут у нас все сегодня игры были по 50 минут. Я думаю, что тут может быть вполне такое, учитывая, что и Reddit, и Дарья, они вполне готовы фармить. То есть их ничего не останавливает. Я уверен, что Джиггернаут купит в будущем БФ себе. Вот уже есть персверанс. То есть они будут фармить 20 минут 30, а команда Invictus Gaming в этом составе, она боится заходить на рампу, пока не чувствует преимущество. То есть у них, если есть Aegis, они очень аккуратно заходят, если они Aegis вдруг теряют, они отходят моментально. Поэтому, поверь, тут игра может затянуться, и всех это устраивает. Все к этому привыкли, а я раньше помню, что Lost это очень сильно горел, когда Китай смотрел. Ну, раньше Китай был вообще прям пассивным, тут сейчас хоть команды начали как-то активно действовать, и героев берут не нага-медузами фармим, тут героя хотя бы, которые, ну вот, по типу Templar Assassin, ведь сетевая на этом герой должен убивать в будущем. Refraction плюс Melt — это даже сильная комбинация. Слушай, даже уже сейчас, по идее, скоро, с появлением первых артефактов, ведь Дизоль дешевле стал, Блинк Даггер следующим артефактом, допустим. Ну, имеет, наверное, смысл брать БКБ, хотя и не сильно, да, тут очень много физ-демеджа. Да и лассо сквозь БКБ. Ну, пока посмотрим. По сборке еще можно будет много что рассказать, потому что всем еще надо очень долго фармить. Смок, видим, от команды IG по центру. И, кстати, обрати внимание, да, где сейчас темпларка находится и чем она занята. И это тоже работа саппорта Фичи Гейминг. Ну, они успеют зафармить. Команда IG сюда дойти не успеет. При этом есть лассо, есть блинк, есть супернова, есть атик шторм, полетел батрайдер. Отличный ревоч, айсбласт по двоим кастует от команды. Вичи Гейминг моментально минус 2 делается. Как же четко они приняли. Ну, правда, и позиция была у Вичи Гейминг намного лучше. Феникс, есть Икарус, Феникс отсюда улетает, но позиция хайграунда против лоу, конечно, сыграла свою, то, что там оказалась вся команда. Я думаю, что IG не ожидали, что там окажется все. Они ожидали увидеть там одну темпларку и все, не более того. Но вот подстава такая и... Два фрага для команды. Вичи плюс ко всему башня падает. Позиции. Эрспирит какую позицию занял, какой он дал камень, где находился Ротикей. Все сделали четко, понимая, что, скорее всего, эншетов будут фармить. IG что-то за них как-то чересчур взялись, залочили их с самого начала. И вот что-то до сих пор им прям сдались эти эншеты. Не хотят, видимо, от темпарки страдать, я так понимаю. Потому что если будут играть 4 плюс 1, и команда Vichy Gaming будет пытаться навязывать драку, я считаю, что Свен, ну, в определенной сборке начальной, что Темпларка будут сильнее на мидгейме, нежели чем пик IG, которым нужно все-таки чуть побольше артефактов иметь, причем на многих героев. Ну да, вот пока, например, с Вардара я вообще на карте не видел, что он делает, я вот не замечал. И вот впервые за 10 минут его включил, вот честно, я на него не обращал внимания вообще. Ну, вроде у него скоро блинк, и должен XXC, значит, показывать себя. Начать, да. Но это тоже не факт и не залог успеха. Но сейчас посмотрим. Зеркально чисто действуют команды. На боте начинают Тирадинза разбирать. На топе точно такие же действия от Vichy Gaming. Стараются избегать конфликта, а если уж вышками размениваться, то... Размениваться.
очень мешает аппарат, конечно, своими айсбластами, выигрывает время. То есть, по сути, в теории, сейчас могут спокойно Vici Gaming запушить на топе башню, прилететь на ботом и там задефить. Все к этому идет. На топе башни уже практически упала. Да, все, башни нет. Тупларка с телепортом, у тупларки 2500. Поглядим, что будут сетевой покупать, потому что есть варианты и с блинкдаггером, и с дезолятором, первым артефактом. Что тебе нравится больше? Знаешь, все зависит от игры. Если тебе не нужно добираться до соперника, нет с этим проблем, да, то я думаю, дезолятор будет весьма неплохим вариантом. А таких моментов, в смысле, добираться можно. У тебя есть рейвот, у тебя есть станы, камни, куча всего еще. Я считаю, что блинкдаггер здесь можно брать второстепенно. А вот дэмэдж подобного плана, плюс дизоль, да, Свену в помощь. Я считаю, что его можно взять первым артефактом. А что ты скажешь? Я скажу, что блинкдаггер у тупларки появляется по итогу. Я просто обсервер стоит, я не всегда могу заметить это вовремя. Да, ну, тупларка с блинком, еще и очень полезна руна, это руна дабл дэмэджа, и вот с ней бы сейчас пойти ее реализовать. Учитывая, что Ravage имеется, все ультимейты у Vici имеются, Свен имеет Угарклаб Доминатор и разбивают смок. И встреча будет. Встреча будет. Там Феррари. Феррари очень опасно гуляет, но пронесло. Молодец, Феррари. Смок развеял и улетает отсюда без проблем. Да, так если бы не развеял, то в этом бы не было вообще никакого смысла там фармить как-то вражеский лес. А так он реально полезное дело для команды сделал. И Ронг-то понял прекрасно, спрятался в лесу и ждет ТП, если что. Избежали драки. Ну да, и Джиггернаут опять же имеет спейс, у Джиггернаута уже БФ. 12 минут, это очень быстро. Да, конечно, не было каких-то артефактов там водных, там барабаны, вангвард, но тем не менее. И внизу команда Vici Gaming. Пора пушить дабл дэмэдж руна, можно и пушить, можно и навязать файт, если вдруг сюда IG пойдут дефить. Ну вот не знаю, IG не хватает опыта, то что только один Феррари старичок, все остальные игроки молодые, это прослеживалось еще в прошлом году. Потому что эта команда, в принципе, принимала участие за состав ДК Скузерия на квалификациях. Там они были, конечно, послабее, но стали сильнее, но опыта маловато. Но то, что они вышли в плей-офф, это, конечно, хорошо, но за плей-офф, к сожалению, если ты проигрываешь все матчи, ничего не дает. Важный момент. Да, это очень обидно, но я думаю, что... Ладно, об этом, о печальном не будем. Феррари жалко, да? Феррари сколько уже играет за эту команду, ему там пообещали машину подарить, если он вдруг поженится и в команде останется, но вот... Не знаю, достанется ли ему Феррари настоящая, учитывая, что проигрывать и никуда не ездить как-то обидно, наверное, для команды IG, для Феррари, который уже ездил много куда, и на International, а тут бац, и турниров просто нет. Да, у нас какая-то такая получилась нота печальная очень. Ну ладно, еще не конец, 2-2 по Networks, Джиггернаут, кстати, идет топ-1, но вот дальше и Templar Assassin, и Свен, и Тайтхантер имеет топ Networks. А на центре Лассо, подцепили Сайлора, кстати, что он ставится, дэмэджа не хватает, пошел айсбласт ответный, залетает по одному Феррари, но этого вполне хватит, чтобы его убить. Феррари очень побитый, Феррари пытается уйти, но Магнитайса айсбласты, минус 2 в исполнении команды Vici. Вообще неудачная инициация со стороны команды IG. Слардар вообще ничего не сделал толком. Команда начала половина отступать, половина наступать. Батрайдер свою работу сделал, но никто не зафуловился и в таргет дэмэджа не дал. И тем самым Рошан могут отдать сейчас ребята из команды IG. Ну, да, еще бабоку теряют, скорее всего. Тычка есть, остается 80 хп, но ротикей забили. Просто нажимает ГТС Свен. Мелт от сетевая, и да, Рошан падает очень быстро. Тут Рошана, благо Vici Gaming убивать могут. Там полетел айсбласт. Нацелены на Феникса явно. Угу. Но Феникс на базу не полетел, потому что у него телепорта нет. Так бы, конечно, может быть, и получилось бы его убить. Это когда отсутствие телепорта спасает тебя. Да, то вам подумать. Не успеют, не успевают. Падает Рошан, а Игис для темпларки. Приходит сюда QD. Надо им отсюда уходить. Да. Товарищи, могли бы сейчас нарваться, их просто пожалели, как по мне. Ну, отсутствие некоторых скиллов, да, отсутствие ГДСа. А у Тайтхантера была равага. Если бы IG наступили большими силами, могли бы обжечься. Так лучше не шутить. Слардар как-то совсем безбашенный, что ли. Ну вот главная беда на данный момент у IG, по-моему, что у них только два кора. То есть у них Джиггернаут, Слардар. Ну, Батрайдер все-таки больше инициация. В то время конечно, как у Vici имеется два очень сильных дэмэдж-дилера. Очень сильных. Это и Темпларка, и Свен. Ну, есть вариант покупки гастов там побольше, и Фениксу, и Дизраптору, да, вот этот дэмэдж не проходил. И решит проблему дэмэдж дилеров IG и вообще их импакт в драке. Они могут пожить какое-то время, но в целом их дэмэдж-дилер это исключительно Джиггернаут, а так как он является единственным там таким, знаешь, дэмэдж-дилером, то в соло-таргет-то не проблема для Vici Gaming.
И как ты считаешь, как решать эту проблему? Слардар, герой вообще как не так быстро может фармить Феникс тот же самый. Ну, Слардар должен убивать. У Слардара не может быть на 16 минуте 0-2-0. Это герой, который должен инициировать. Ты блинк покупаешь, чтобы инициировать. Если ты не убиваешь, то купи мидас вместо блинка. Ну, блинк, это он ничего не дает тебе, кроме возможности прыгнуть. И... Он это, кстати говоря, и делает, только не убивает. Ну, это уже проблема другая, что не убивает. И что Феррари прыгает, а убивать не получается. Ну, не пошло, early game не пошел. Сейчас остается только фармить, опять же, вот надежда на QD, но... Я уже сказал, что проблема одного кора. Слардар тоже-то, ну, он типа кор, но на деле, по сути говоря, у IG имеет только один нормальный кэри. Это Джиггернаут, все. На одного Джиггернаута и вообще играть на одного кэри опасно. Уже многие команды на одного кэри не играют, потому что, ну, его просто все запокусят в файте, и до свидания. А у Vici Gaming ты не можешь запокусить одну темпарку и выиграть файт. Никак. Выход на центр от команды Vici в смоках. Не забываем, что имеется блинк у Тайтхантера. Он может прыгнуть в центр всего файта. Заметили дизраптора. Спалили, но это все равно, кстати говоря, один из лучших вариантов для команды IG. То, что упал саппорт, а не кто-то из коров. Слушай, а насчет команды, которая играет вокруг одного керри, думаю, у нас есть с тобой положительный пример. Из Европы. Так. Ну, они так начинали, скажем так. Пару мажоров выиграла такая команда есть. Ну, может быть, начинали, но сейчас все-таки... Сейчас уже по-другому, но начинали именно так. Может быть. То есть сейчас Альянс играет нынче очень часто на Бульдога. То есть его Брутмазер мы помним, которая становится мейн кэрри. Ну, такое. Я вот сейчас конкретно мы говорим об этой карте, мы видим, что один кэрри вывозить не может. И просто давит Vici Gaming, имея Свен и темпларку, давит, ничего не бояться. А IG говорит, надо пофармить. Столько спейса не дадут. Улетает QD. Вышку до сих пор эту спушить не могут. Помнишь, как они начинали пушить еще минут 10 назад? Никак. Не получается ее забрать. Их очень сильный контрит аппарат. Он тогда кидал из бласта и сейчас туда его кинул. Ну, ласт хит по вышке уже XXX сделает. Ну, аппарат — это вообще саппорт недооцененный. Я удивлен, что его так редко пикают. Даже когда нет героев с подхилом, аппарат все равно очень сильный. Вот это Айсбласт, он в файте делает, ну, слишком много вещей. Я думаю, что аппараты скоро начнут ценить, как нынче начали ценить Трейлблейда, которого раньше никто не пикал, про него никто не знал. Там буквально вот наманили. Но вот потом поняли всю его силу, и он начал залетать на опен-квалификациях от Secret. А вот после того, как Secret начали с ним побеждать, все начали... Его постоянно пикать. Сирион, как ты видишь, в первом бане, в первом пике всегда. Без исключения. Ну, я считаю, что этот саппорт был всегда сильным. Если сейчас бывает ситуация, когда он реально необходим, не всегда прибегает к его помощи. Вот почему-то не все команды с ним играют. Сложновато, знаешь, играть аппаратом. Все-таки чейнить экспу где-то, очень хорошие позиции выбирать. У нас нападение на ботруне. Очень вовремя ушел на блинке. Этот товарищ, ну, Феррари все равно получает гаш в спину, но поймали его. Это... Нет, не его поймали. Защитная дота, когда ты имеешь двух героев атакующих, Батрайдер и Слардар. Ну и Слардар фармить не даст, все правильно. Тут в такой игре думать, что ты будешь уже убивать нельзя, мидасы нужны. Вот первый мидасик у Слардара, может быть, и у Димы второй какой-то. А, ну а Феникса уже есть. Может быть, еще видим, сегодня видел мидас на Дизрапторе, китайцы любят мидасы. А команда Invictus Gaming по-любому их любит. Но Vici давит. Vici давит, у Сайлор уже 3600 денег. Что нужно давить и не давать возможности вообще что-либо делать команде IG. Я так понимаю, план будет довольно простым. Спушить все вышки, занять карту по вижену, все себе обеспечить. И тем самым вообще лишить фарма игроков IG. Да, будет фармить Джиггернаут, но по мне так это будет недостаточно. Опять же, Джаггер один. Вот еще на стадии пиков, наверное, мы думали, что Слардар будет несколько иным героем на этой карте. Ну, конечно, мы ожидали, опять же, от него активности, а не пассивной доты. Ну, так получилось, что IG не получалось у них ничего делать. Вот он, Смоук и Феррари, да, казалось бы, Батрайдер, но от него тоже пользы мало. Попытка выйти, ну, вот могут подцепить Ротикей. Но Ротикей плохая цель. Его очень долго будут бить, у него мека, он нажмет стики, меку, и он может успеть нажать рейвидж, а команда уже подойдет. Ну, вот статик шторм нормально, окей. Против Кей он мне слэш. Все у него посадили, абсолютно все. Но убить смогли. Ответ от команды Vici. Врывается сетевой на QD. QD очень больно. QD получает айсбласт, ну и погибнет. Должен погибать. Слишком много дэмэджа. Магнитайз от Руспирита. Очень больно. Дизраптор. Сайлор нажимает БКБ. Дизраптор минус. Джиггернаут 180 кп все-таки выживает. Срывается Супернова, она бесполезна. Сайлор под БКБ вместе с сетевым продолжает погоню за Фениксом. Один удар по Фениксу, второй удар по Фениксу и минус Феникс. Три ультимейта в Тайтхантера.
впоследствии... Надо было думать о последствиях, в первую очередь, наверное, команде IG, что даже несмотря на то, что они вроде бы его быстро забрали, быстро корректироваться они просто не имеют возможности. Вот и потерпели не самые, может быть, колоссальные потери, но и не получили слишком много денег. Ну, хоть так, хотя бы не Team Vibe, то есть как-то разменялись, хоть и невыгодно, но для команды IG на данный момент это лучше, что они могут сделать. Хотя бы так размениваться. Но это очень много по ресурсам им стоит. Если бы они так могли делать чаще, было бы, конечно, наверное, ситуация повеселее. Ну, позитивнее. Пока глянем. Джиггернаут хоть и держится на первой позиции по нетворсу. Вопрос, когда он будет иметь определенный затар, так, чтобы реально составлять конкуренцию. И каким он должен быть, в первую очередь? Пока исключительно все для фарма собирает. Для ускорения фарма это БФ и Яша. Поэтому он и держится на первой позиции. Ну да, ну вот Мидас, возможно, будет играть свою роль. Не знаю, Вичи могут давить. По кулдауну своего Рэвиджа они могут идти давить. Не все для этого есть. У Свена... Ну, когда покупаешь БКБ, ты уже говоришь, что ты будешь идти в атаку, ты не будешь фармить больше артефакты. Ну, в смысле, будешь, но твоя цель будет еще и убивать. Ну, БКБ появляется у Джиггернаута, БКБ появляется у Темпларки. Очень много БКБ. Да. Но команда Вичи их побольше. Да, мы ждем. Будет ли он вообще что он сделает? Да, у него есть исключительно пока его самое сильное оружие, это Omnislash. С руки ему пока не так много дамажит. Но БКБ... Ну, слушай, физ дэмэдж — это тоже его большая проблема, которая в него будет. Физ дэмэдж — проблема, да. То есть какой-то Керасу с вами может купить еще под Warcry, будет вообще замечательно. Ну, с Лордару главное давать имплифай. QD встречается с Сайлором, Сайлор стан никуда, ну и разбегаться. Invictus Gaming отсюда. Как можно дальше. Знаешь, Вичи Геймик, если бы хотели их поймать, поймали бы. Ну так, знаешь, лениво прошли, прогнали и вернулись к своим делам. Захотели бы убить, пошли под смоком. Ну и все, принялись команды за фарм. IG это устраивает. Вичи Гейминг, возможно, просто ждут появления Рошана. Рошан бы взять Аегис, и вот с Аегиса можно будет заходить. Ну, забирать там на топе башню, тир 2 стоит, и потихонечку думать о заходе на рампу. Благо, опять же, у IG все же есть чем дэфить на рампе. И Батрайдер может как-то прыгнуть с хайграунда, подцепить, быстренько вернуть назад. И довольно опасно. Но вот он выход от IG. Будут проверять, есть ли там Рошан. И тут сейчас будут стояния, тут сейчас будут файты. В этом не стоит сомневаться. Очень плотно держатся Вичи Геймик. Я думаю, что они прекрасно понимают. Правда, Вижена нет. Могут понимать исключительно только догадками, где находится соперник. Но смотри, сейчас по варду в миде прошлись и видит сейчас соперника, Вичи Гейминг, и, возможно, будет атака. Если смоук, без смоука такой себе заходить, даже имея... Ну, смоука нет, без смоука не стоит. Нет, дождаться надо Рошана. Просто ждать Рошана. Дабл дэмэдж руна, кстати. Но ее контролит QD. Неприятно, а вот QD бы хотел еще как-то реализовать бы, повоевать. Дэмэджа-то становится много. Ну да, весьма интересный артефакт у Свена. Естественно, must-have Blink Dagger появляется. Ну да, стандартный это билд. Раньше фармили вместо сабли Сенжьяшу, теперь Доминатор. Сабли, БКБ, Блинк. Набор джентльмена, так называемый. Теперь Свен готов воевать. Дальше там какую-то Кирасу. И ты вообще молодец. Ты не боишься Джиггернаута, ты не боишься физдэмэджа, можешь воевать. Смоук разбивают. Вичи, тайминг у них хороший. Карский Дарша на минуту времени. И смоук от команды IG. Будет встреча QD под ДД, но оно вот-вот исчезнет, поэтому в файте уже его не будет. Вичи идут. Рутике самый первый, разумеется. Как главный в команде, будет врываться QD. Очень опасно, QD спалился. Врыв от Сайлора элементарно делает QD блинкаут и успевает уйти. XXC в позиции, будут и врываться. Пока врывается только у HYM. Прыжок, булыжник очень близко. Феникс, опасно, БКБ вынужден поражать. Джиггернаут дает мне слэш по ротике, но опять же, это очень странный мув. QD под БКБ, отсюда просто убегает, ставится супернову в никуда. Убивая Стардара, проблема у Ронга. Ну, файт просто провал. Просто провал полный. Феникс. Надо отсюда улетать по-хорошему, пока тебя не убили. По итогу остается Ravage. Это самое важное. Даже Ravage не был потрачен и было сделано 2 минуса. GDS, Ice Blast, все, что потребовалось команде Vichy Gaming. Они реально довольно хладнокровно шли и понимали, что они сильнее. И реально просто выдавливали соперника. А вот IG, оказавшись в диспозиции, не смогли очень командно как-то свалить по-быстрому или же принять драку. Некоторым было принято решение одно, например, Джиггернаутом, да, а помочь ему никто не смог, потому что их реально расплитали. Ну, мы видим уже силу Omnislash от Тед Хантера, который с Guardian Griffs. Дэмэдж распределяется на двух героев, все, дэмэджа уже не хватает.
А это топ-герой по нетворсу команды IG, который вообще ничего никому не может сделать. Нападение на STY. Врубает БКБ, уходит Мелк, понимает, что его там видят, бьют, и Refraction даже чуть спасает его. Приходит Сайлор. И он жив, это самое главное для команды Vici Gaming. Да, каким-то даже... чудом выживает. Я думал, что уже погиб даже под БКБ, но смог. Смог выжить, БКБ потрачено. Ну что, есть Рошан, и самое время пойти по туда и забрать его, учитывая, что имеется ГДС у Сайлора, то есть Рошан упадет там за секунд 20. Легкий Аегис. Лассо нет, 45 секунд, ну вообще шанс. Шанс. Без Лассо противник, ты с Рэйвэджем с ГДСом, это легчайший Рошан, и IG туда идти, наверное, даже не стоит. Учитывая, что Супернова нет, Феникс далеко, да. Ну давайте, ребят, поактивнее, надо действовать, пока время-то есть. Да, как активно они пушили до этого, надо бы возвращаться к первоначальному плану. Вот он ГДС и поехали, вот-вот. Вот это по-серьезному уже. Там полетела бочка, опять же, наплевать на нее, потому что врываться не сможет. Ну не сможет врываться. Пошел QD, лол, один против всех. Интересное решение, Рошан падает, Табарка с Аигзом, QD. Я не понимаю Тимува, я просто не понимаю. Ударов в него вошло и что он вообще сделал? Да, он один пошел против всех, когда поддержки не было. Не могло быть поддержки. Никак, стан по ронгу. Слушай, второй раз подряд Джаггернаут как герой погибает. Ну, как герой, это ты это ты пытаешься восхвалить Джаггернаута. На самом деле он пошел туда со странными мыслями, на что он надеялся. У Батрайдера не было лассо. Феникс был еще далековато на тот момент. Ну, один против всех, это похвально. Но когда он раскрутился, все, он все подписал приговор просто. Крутиться нельзя. Там надо только бежать. Пайбэк из него тоже выбили, и это просто, я не знаю, его оставили ни с чем. Даже просто обесчестили, может быть. Да, игра в одни ворота, на самом деле, идет. Так получилось, что... Ожидал поначалу быть, казалось, что IG могут дать отпор, но потом беда. Лекс, ожидал ли, что вообще настолько IG будут слабее? Я вот, честно, не совсем. Я думал, что, ну, хоть какую-то, знаешь, самую свою заезженную возьмут, заезженных героев, заезженную стратегию, и просто даже смогут ей, ну, посильнее смотреться. Да притом герой это их, по сути. Ну, я говорю, что Феррари, у него герой не такой крутой. То есть Феррари хорош на инвокере, он сегодня был великолепен. Патрайдер все-таки герой попроще, и он не так сильно влияет на исход битвы. Ну, как ни крути. Опять же, один кор. Но если один брать кор. Причины, почему его взяли, неужели прям так сильно загнобить темпарк хотели, я не знаю что, но в итоге опять оказывается Ротикей под фокусом, все еще жив, пол КП остается. Джаггернаут, ну хоть какой-то минус делаешь, Спирит минус, Феникс Сан было, все еще жив. Тайдхантер, наконец-то убили. Слушай. Ротикей жадина. Ротикей жадина, он не жал Рэйвэдж. Там был герой под БКБ, ну нажми, не жалей. Дашь ты Рэйвэдж по четверым, черт с ним. Стан от Сайлора, Сайлор под саблей, под БКБ, надо бить. Ой, как же больно Слардару, Слардар еле живой, пытается убежать. Врыв минус. Ну, вот пока неплохо, надо уходить. Слушай, их никто не приглашал дальше. Они убили, сделали два фрага, могли отступить. А теперь, пожалуйста, поплатите за свою жадность. Феррари успевает улететь, Феррари живой. Ну, теперь неплохо, такая... неплохо на самом деле сойдет. Они потеряли Феникса с Лордара, убили Тайдхантера, что самое важное, у которого там четвертый натурс на карте. Это хорошо. В таком случае, когда у вас все плохо, разменяться 2 в 2, это прям замечательно. Правда, все ультимейты потрачены, дефить-то особо и нечем, а темпларка уже готова, а Свен уже готов, у Свена фулл хп, гиперстоун. Ну и Рэйвэдж остается. Сейчас Ротике прилетит и поможет своей команде с Рэйвэджем. Заход на рампу, байбек и UQD, напомним, отсутствует. Есть булыжник, приходит CTY. Крутись, не крутись, а дэмэджа много. CTY наполовину. Джаггернаута пробил. Полетел Батрайдер, лассо на Сайлора. Подсейвить нечем. Рывается CTY. Полетел айсбласт. CTY убивает Аегис. Окей, CTY убили, но только один раз. Что делать дальше, непонятно. Иди, пока бы заканчиваются, CTY отпрыгивает назад. Неужели это идут? Потратили лассо, потратили все, что у них было, на то, чтобы исключительно выбить Аегис. При этом врывались в две разные цели. Если бы сфокусировались хоть на ком, то может быть. А не суть. Все, ультимейтов опять же IG нет. У вас Рэйвэдж остается. Ротикей, мы ждем от тебя врыв. Врыв-то есть от Сайлора. Еле живой. Слардар отсюда уходит. Ротикей все еще ждет момента, дабы дать хороший Рэйвэдж. Пока такого момента нет. Ну, а CTY просто бит барак. Все, барака нет. Долго их развлекать не придется. Внимание на себя всегда тут отвлекать не сможешь. Рано или поздно внимание соперника будет на бараке. Один барак это уже вполне достаточно, чтобы сказать, ребята, мы на шаг приблизились к победе. Уходит команда Vici Gaming, они все сделали, что хотели. Закупить сейчас артефакты какие-то, там вот Ghost of HYM появляются в том парке. 3000 можно купить там Demonage, либо Daedalus, чтобы вообще было
красиво, и можно было убивать всех и ничего не бояться. Ну, не суть важно. В общем, артефакты появляются. Это... Ну, артефакты появляются, чего не скажешь про команду IG. Это, по сути, основное, почему так происходит. Хотя не основное, если уже реально углубляться в причины. Не то чтобы даже поражение, а... Ну, терпит бедствие, очевидно, что мы видим на экранах. То мне не нравится игра XXC, ну вот мне не нравится. Если я с ним слежу целый день, еще раз напомню, и все игры он закидывает. 0-4-1, ну, практически бесполезный, реально. Я от него пользы не вижу на карте. Смотри, какой классный скан. Там просто 4 человека стоит под сканом. Ну, они-то не знают, может, там один человек стоит. Проблема скана. Но Рутики мог бы так сейчас точно ворваться, эх. Ворвался. Вышку забрали, и просто для IG... Ну, я не знаю, заходить вне хайграунда на соперника и не использовать преимущество защиты, преимущество ландшафта и всего остального, глупо может быть с их стороны, но они все равно это делают. Рутикей, Рутикей, твой час, Рутикей, твой час, есть, Рутикей, врыв, QT, очень больно, стан по QT, ну вот, вот и все. Вот и все, что мы хотели увидеть в том моменте. Заметили и Феникса, есть там погоня, и за Ронгом, но это минус 5. Хотя пытается улететь Феникс, два удара, улетает. Еле-еле-еле каким-то чудом, но... Ну, там ничего позитивного от этого нет. Ну, совершенно ничего. Забрал, это единственный позитив, наверное, в этом всем, что было. И спушили Тир-2, что позволяет вообще вынести все линии у команды IG. Что и делает команда Vici Gaming. Конвейер на хайграунде продолжается, и это GG. Да. Ну... Провалились по драфту, провалились по итогу, даже не то, что по драфту, скорее по расстановкам линий и то, что только Джиггернаут мог чего-то делать на карте. Слардар бесполезен, Батрайдер не тот герой для Феррари. Феррари, например, герой, который может затащить Тинкер, ну, который был в бане, ладно, Инвокер, что-то вроде Алхимика, например, но Батрайдер здесь Феррари не смог ничего бы сделать, даже играл бы феноменально. Но он играл неплохо, он 3-3-2, у него хороший артефакт, он купил ГОС, догадался, Блинк, Форстав, но... Этого не хватило, и победа за Vici Gaming 1-0, а вот команда...